bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Всем привет, дорогие друзья! С наступающим вас Новым годом! Фактически, можно сказать, это новогодний выпуск. Сегодня я хочу вам рассказать об одной клёвой штуке, а именно о двух клёвых штуках. Если сейчас кто-то скажет: «О, Зион наконец-то решил заснять каракурт», нет, каракурт мы будем потом, каракурт, мы будем потом снимать, когда это будет более актуально, и когда я его лучше изучу. В частности, сейчас я, как видите, перед вами холодильник. Разработчики придумали новую кабину, вот так вот она и выглядит. Красненькая, хромированькая, двухкамерная, есть морозилка, морозит, кстати, клёво, пельмешки там, всякое дело. Есть и холодильное отделение, практически не шумит. В общем, вот. Лайки, все дела, 5-10. Ладно, это была шутка, убираем это в сторону. Ребята, вот она кабина. Наконец-то. Не, в таком виде я не хочу не рассказывать. Возьмем ее вот в таком виде. Что есть из себя? Давайте по порядку, значит, о кабине, а потом о оружии, которое придумали разработчики. Значит, первое, сама по себе кабина. Характеристики технические позже, личное мое мнение. Это радость любого арта-строителя. Не путать словом со словом артиллерия. Арткрафт, да, на красоту, на 5-10. Вот мой первый, наверное, в жизни арткрафт, такой тягач. Теперь не придется кабину КамАЗа переделывать, нос ему лепить вот здесь вот из деталек, которые так немногочисленны. Теперь мы ставим эту кабину. Вот он, скажем так, американский катерпиллер, да? И дальше мы уже начинаем вертеть, крутить как угодно детальки, ставить. И получается вот такая вот красота. В частности, вот крафт, который вы наблюдаете на выставке, называется New 2018, но я его в шутку называю «Веселье приносит и звук бодрящий, выстрел Мандрагоры всегда настоящий». Вот, но так как на выставке его так не назвать, он у меня просто как New 2018. Вот, можете покатать. В чем прелесть самой кабины? Теперь давайте перейдем непосредственно к техническим характеристикам. Наводим на нее мышой, смотрим, значит, 1500 очков мощи, максимальная скорость выше среднего, мощность фактически максимальная, грузоподъемность 9 тонн и предельная масса 19, дает энергии 11. Вполне себе годная машина, для чего? Для того, чтобы построить, как я и сказал, и арткрафт, но, к сожалению, на арткрафтах особо не повоевать, они достаточно картонные. И также из него же можно слепить достаточно, ну такой, я вам покажу сейчас, не очень красивый крафт, но при этом он будет очень-очень жить. Урон оружия с ограниченными углами поворота повышен на 10% у этой кабины. А это значит, что с новым оружием, которое придумали разработчики, да и вообще в целом у оружия, где ограниченные углы поворота, везде дамаг будет повышен на 10%. Это нереально клево вообще. Что касаемо, как ее достать и вообще где она находится. Значит, есть у нас как минимум два способа ее надыбать. Первый способ — это, ну, за донат купить набор. И второй способ — это на рынке. На рынке она будет стоить, холодильник, 1000 голды. И, собственно, все. Вперед из песни. По поводу оружия, о котором я сказал, которое тоже придумали разработчики, P26 заградитель тоже можно найти на рынке вот по такой вот цене. Закрываем это дело. В паре эта кабина и эти оружия достаточно крутые, надо сказать. Убираем этот крафт, выставляем тот, что я слепил, на котором я, собственно, и катаюсь. Значит, смотрите. Забываем о словах арткрафт и засовываем все это вот в такую сумбурщину. Как правило, у вас крафты могут быть какие угодно, и пожалуйста, да, игра для творческих людей. Мы запрятали кабину туда и поставили 4 новых пулемета.
с ограниченными углами поворота. Соответственно, у них и дамаг будет выше. Что касаемо цифрок по самому пулемету. Очки мощности за одну штучку 705, простите. Урон средний, скорострельность выше среднего, дальность не очень высокая. Точность, да, разброс, кстати, есть. Время до перегрева среднее. Структура 205, расход энергии 3. Масса, кстати, невысокая, 180 кг. И что мне понравилось, обладает повышенным сопротивлением урону. Да? Эта способность не действует во время стрельбы. То есть, пока вы не стреляете, у вас эти пушки, ну, очень сложно снести. В цифрах не скажу, сколько это повышается структуры, пока не нашел информации. Сам факт того, что выстрелы от пушек, они весьма неплохо выдерживают. Когда вы начинаете стрелять, этот баф спадает, и структура превращается вот в 205. Что из себя представляет эта машина, я вам покажу в бою. И надо сказать, что на 8839 ОМ очков мощности, эта машина себя чувствует очень даже хорошо и заставляет понервничать врагов. И, ну, на ней очень приятно кататься. Ну что... Об оружии я рассказал, о кабине я рассказал, моя любимая фраза довольно болтовни. И погнали в новогоднюю карточку, посмотрим, как это все будет выглядеть, как это вообще реиграбельно или нет, и посмотрим непосредственно, как будет валить или страдать враг от этих пулеметов. С Новым годом, Дед Мороз! Так это было на изи просто, 5 киллов, пулеметы разрывают просто своего врага в щепки, хорошая структура, пулемет я потерял, там, по-моему, еще один потерял, но сама суть, машина нагибает, машина живет, не в частности это, я имею в виду, что пулеметы очень годны, с дамагом, вот этот дамаг, он чувствуется, прям вот эти 10% прям вот дополняют. Вот, собственно, у меня, наверное, и все. Ребятки, обзаводитесь кабиной, не пожалеете. Столько всего можно с нее построить. Творческих решений я жду на выставке, чтобы поглядеть вообще, на что народ гораст. Я так что-то
Мне очень понравилась эта кабина, что я сначала хотел построить даже грузовик из одной очень-очень популярной зимней рекламы под Новый год, да, но когда зашел на выставку, я, к сожалению, увидел уже человека, ну, не к сожалению, конечно, а вообще в целом, увидел, что уже построили, где он, что уже построили этот грузовичок, вот он тут стоит, прекраснейший, и уже не стал строить, обогнал меня парень, ник у него Your Great Test Fair какой-то, господи, прости. Мужик, ты просто красава, офигенный КамАЗ получился, точнее тягач. У меня на этом все, ребят, с Новым годом вас, желаю вам огромного нагиба в 2018 году, обзаводитесь кабиной, пулеметами, всех вам благ, подписывайтесь на канал, в 2018 году будет также много разных видосов. Зовите друзей на канал и не забывайте ставить лайки. Господи, заговариваюсь, я так хочу Новый год, ребята, честно-честно. Пока, ребят!